Новгородском музее изобразительных искусств открылась выставка одной картины. В экспозиции икона известного художника Александра Бейдемана «Святые равноапостольные князь Владимир Великий и великая княгиня Ольга». Живописный эскиз был выполнен для изготовления мозаичной иконы главного иконостаса Исаакиевского собора. Сама же картина никогда не выставлялась в музее, почти 100 лет хранилась в его фондах. В этом году исполняется 1150 лет со дня рождения княгини Ольги. К этому событию и была отреставрирована картина. В связи с этим было принято решение показать ее в древних городах России. Великий Новгород стал первым. Во-первых, княгиня Ольга – это святая, в том числе и новгородской земли, новгородской, псковской земли. Ну, князь Владимир, естественно, креститель Руси. А, собственно, княгиня Ольга – первая православная христианка. Поэтому мы посчитали, что нужно эту работу бесценную показать. Картина уникальная и, к тому же, довольно большого размера – 2 на 3 метра. Образы святых равноапостольных, взаимно дополняя друг друга, воплощают отеческое и материнское начало русской духовной истории. Я считаю долгом обратить ваше внимание, что самое выдающееся произведение русского средневекового искусства, европейского средневекового, как и более позднего, как эти работы, они связаны с христианской культурой, прежде всего. Это вопрос о том, что принесло христианство и чем обогатило христианство мир. Выставка будет интересна как новгородцам, так и гостям города и продлится до 3 февраля. Билеты можно приобрести в кассе Музея изобразительных искусств.